Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием God's Trigger и будем дальше проходить пятую главу. Твою мать, ну вот и все, нам крышка. Не умрите. Это что за... Я не умер. Спасибо, голод. Что она дает? Что ж, пора отправляться на небеса. Найдите небесный лабиринт. А она в какую сторону? Небесный лабиринт нужно найти. Так, подожди. А она через окно не может прыгнуть? Не может. А, там она за... Она же завалена. А вот туда? Нет, тоже не можешь. Хорошо, ладно. Это какие-то новые, короче, чуваки, да? Патрульная точка опять. Так, погнали. Прикольно. А что происходит-то? Подожди. Все, понял. Так. Блин. Все? Так, хорошечно. Хорошечно. Мне понравилось. Хуя! Или что она говорит? Буя? Наверное, буя, а не хуя. Ох ты, сучка, а кто меня трахнул? Я сейчас кому хочешь сам трахну. А, у него дробина, блин, падла тварь. Хорошо. Хорошо, дробина. Да сучка, а как тебя утрахнуть-то, слышь? Его, наверное, с пистолета можно. Да ёб твою мать, да ёб парный карась, ты, сучка, меня бесишь, говно, срань, падла тварь. Эй, ты, блядь. Извиняюсь, ребят, за мат. А вообще, что извиняться? Все нормально. Так, тихо. Хорош. Не хватает, что ли, да, типа? Опа-па-па-па-па-па. На-на, ублюдок сраный. Так. Что дальше? Контрольная точка опять. Sweet. Электропушка, 25 патриков. Так. Электропушка. О, журнальчики, да? А как открыть? Подожди. Красоточка, да? Красоточка. А что еще открылось? Что открылось-то еще? Подожди. Я эта дверь от Амасма. А еб твою налево. Ать. А обратно-то как? Все, я понял. Это ничего не открывает, она просто дает время убежать. Я понял. Хорошо, так, теперь куда нам? А, теперь сюда куда-то, да? Опа! Ёб твою налево. Я журнал взял. Или нет? Не взял или взял? Сейчас он отвернется.
А, все, взял, да. То журнал здесь можно, короче, нету, не беспокоиться, окей. Ох, ты ж пидор! А, я пойду за пушкой возьму, скажу. Пушку. Ну, слушай, если предлагаю, то почему бы не взять ее? Сейчас, подожди, в какую сторону-то лучше-то идти? Вот так? Или вот так? Ага. Понял. Да ёпарный ты мудила! Это что такое? Я понял. Так. Подожди, а туда как попасть? Контрольная точка. Так. Ага. Да ну! Брось! Да блин! Ну он не нажимает на кнопку, мне, сучка! Что? А, он меняет позицию, я понял, хорошо. Так, еще раз. А, блядь, мне же не туда, мне же туда. Я тупой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, давай, ну, тупо хорош. Я нажал, я не нажал, я думал нужно наступить, а я не наступил, я же лошара, потому что. Смерть, как только окажешься внутри, защитите алтари силы. Я создам портал про вас в другую часть лабиринта. Так. А, и это все? Или нет? Или ты мне еще хочешь что-то сказать? Подожди. Или это все? Энергетическая пушка зачем мне? Так. Так. Ага. Ага. Контролиринг. Контролиринг. Сука! Сука! Оп. Встаю ногами, открывается дверь. Не встаю ногами, не открывается дверь. А, я же здесь был. Так. Кто здесь? Берегитесь, небесная артиллерия начала обстрел! Хуёпти. Опа-па-па-па-па-па-па. Пройдите через лабиринтиус. Так. Небесная артиллерия, ёптель-моптель. Кто бы не сказал, я бы не поверил. Так, ищи другие алтари. А, мы включили, опа. Стой. А, или чё? А тебе надо помочь? Не надо? Хорошо. Идите! Опа. Ай-яй-яй-яй-яй! Ах ты, сучка! Ну, бляха! Бля, он стреляет, этот красный, да? Да бляха, я теперь начал за. Так. О, ёптель, не... Ну да, ну да. Да, ну да, ну да. Ну да, ну да.
Хорош. Да какой заново? Не заново, проблем. Никаких заново. Ну я же пошутил. Ну я же пошутил. Ну я же пошутил. Давай в меню уйдем. Найдем. О, найдем. Пойдем. Ну, этот, ну ты понял. Да, вот сюда пошли. А, да, все. Нормально? Да мы уже готовы, хорош. Похоже, это райские военные лаки. Вход в штаб Гавриила под усиленной охраной. Охрана должна быть где-то внутри. Бляха, я просто, я за... Блин, я запутался, куда идти-то нужно. Угу. Найс. Найс. Еще б не найс. Так, контролинг. Контролиринг. Точка контролиринга. Подожди, а там что? А, туда я еще пока не могу пройти просто, да? Или могу, подожди. А, вот через это могу, или не могу. Или что происходит? Короче, забей. Погнали туда по этому. По сюжетке. Stop them! Да схуяли! Просто, блин, я своим копьем типа не попадаю, да, а он попадает. Ты, блядь, прикалываешься надо мной или чё? Да ты ху... Да иди ты в сань. Да, блядь. Так, а щит мы ему разломали, да? Хорошо. Так, короче, куда нам дальше? Подожди, я запутался. А, эти... О! Суип. Дэнс! Да бля! Да сука! Ну, блядь, бесишь нахуй! Возьми, блядь! Щит нахуй. Ты дурак, блядь? Уничтожьте райскую артиллерию. Что надо делать? Западу расхерачить землю? А, я нажимаю на нее. А, нужно просто толкать, я тупой. Так, одна, не, одна минус, там дверки открыла. А, бегут на помощь, типа, да? Ну давай. Ну давай, я готов. Где вы? Где вы, мои писечки, а? Сука. Без щита я теперь, да? Сейчас, подожди, а что здесь? А, здесь журнал. Да, понял. Хорошо. Попочка. Нарисовалась такая, да? Так.
Да, блядь, ты застрял. Блядь, ты мудила, что ли, или кто-то? Просто взять, застрять в проеме, блядь. Ты нормальный вообще, нет? Ха! Это будет тяжело. А куда мне надо? Подожди. А, мне туда надо пройти просто и все. Да блин! Ты можешь в сторону, ёб твою мать. Я нажимаю тебе в сторону, блядь, прыгать, а не через жопу, блядь. Ёбаный ты рот, а. От. Них, бля. И чё? И чего мне? А подожди, а куда мне надо пройти-то? Алло. А, мне вот сюда вообще надо пройти. Контрольная точка, так. Ага. Ну давай, выдвигай это говно. Так, все, короче, там возбудились, типа, да? Ну погнали, 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 погнали. Сейчас мы их трахнем всех. Всех трахнем. Или нас трахнут. Одно из двух. Я же нажал. Я же нажал на пробел, а? Мразота ты, а? Невоспитанная. Контрольная точка, так. Здесь у нас. Скорее всего, где-то здесь журнальчик есть, наверное, да? Я не знаю, зачем мне электропушка на самом деле, потому что она. Я очень мало пользуюсь такими вещами в этой игре. Огнестрелом именно, потому что, ну не знаю, мне не нравится. Ну, как бы не то, что не нравится, просто, ну, мне не нравится, на самом деле, да. О, нормально так-то. А зачем ты выронил пушку? Ой, сломалась. Так, пошли эти. Я не знал, что можно зажимать с этой пушкой, прикинь. Я лошара, типа, да? Сука. Так. Да нет же, ну ты же... Бля, я не понимаю эту игру. Да я... Щит возьми лучше. Щитка немножко. Так, что там? Найдите вход, чтобы говорил. Черт, эти врата весят тонну. Для начала толкнем. Толкнем. Хера. Хера, раз, два. Так, что надо сделать? Война. Посмотри, как эти врата понравится мой лазер. Вы моя первая и последняя линия обороны. Защитите войну. Нихера себе! Да блять! Мышка-то нормально можешь управлять?
Да блять! А у меня что-то с мышкой случилось здесь. Она не крутится, почему? Да камон! Бесит игра. Если у меня щит! Вы не попадаете ни разу в щит, блин, да? Че вы мне рассказываете-то? Упыри, блядь. Просто, блядь. Висящее говно. Сколько можно-то, а все? Хорош. Так, взломали, что дальше? А, уровень пройдет, отлично. Погнали. Продолжить. А что-то с мышкой случилось, не знаю. Может быть. А, подожди, может быть, у меня просто от котейки волосина туда попала. Поэтому так плохо это. Это просто потому, что здесь-то вроде нормально или ненормально. Подожди, я что-то могу понять. Сенса не уехала никуда. Так. У нас... Так. Все, мы готовы, давай. Чтобы попасть внутрь, нужно как-то перевести эти часы. Не будем терять времени. Давай переведем часы. Так, там часы какие-то, да? Твою налево, а! Дай-ка мне этого, Гарри, лучше, а? Да ёб твою мать! Ну бесит меня, как эта игра, а? Три. А, не, отсюда я пришел.
А, блин, там ящик, вон, смотри, есть вообще. Или нет, это ли это не ящик? Не, это со щитом, его надо это. Да, блядь! Да, блядь, ебаный стыд. Так, и что дальше? А? Осталось два, да, хорошо. Так, крутанем сейчас эти часы еще разок и... Ух ты ж, ёптель, хорошо, что... Так, подожди, а здесь что у нас, а? Бля! Не-не-не, пусть часы уйдут. Хорош. Так, последнее осталось, давай. Давай, фигач. Парадач. Не, я здесь был или нет? Чё-то не могу вспомнить. Да, я здесь был, подожди. А куда мне тогда? Не, подожди, я здесь не был или был? Я здесь был, твою мать! Я здесь был! Так, еще раз тогда сюда. Нет, там-то я был. Подожди. Я упустил, наверное, какой-то моментик, да, наверное, или нет? А вот и четвертый, идем. Куда идем? Что надо делать-то? Теперь-то что делать надо? Алло. Что-то открылось или ничего не открылось? А, просто встаем и все. Первая рота, приготовьтесь к атаке, убейте посторонних. У-ля-ля, мы опять сейчас будем в замедленном действовать. О, хорош. Лэнс! Лэнс! Че притормозить этих засранцев?
Оу, oh, yeah. А я, слушай, я умер-то там мало раз. Пять раз. Нормально. Спин 2 открыто. 24 уровень. Они одинаковые у меня примерно. Так, пропускаем бы. Продолжаем. А журнал не нашли, блин. А где там журнал нужно было? Где-то был там, наверное. Эх. Мыгаш, мать. Да забей, погнали. Победите Гавриила. Гавриил! Пора прекратить это безумие! Я архангел, моя воля будет... Да будет исполнена. Так, и как это вам пиздить? Горите. Прикольно. Wingless freak. Ничего не понял. Stand down, you rebel scum. Да, сука, ты охуй. Извиняюсь. I shall inherit the earth. Да в смысле? Ха! Как это вообще? Бляха! Stand down, you rebel scum. Да ёб твою мать! Короче, на третий раз он сверху прыгает, да? Fight him down. Harry, kick us out. Земля будет моей, а вот и нет. Так, теперь сверху надо ждать, да? Now, Harry. Давай, Гарри! Хера тебе, ублюдок! Су! В смысле? Все заново вообще? Даже не будет сейва, типа? Камон! Надо, короче, по центру ближе держаться. Да, нормально. Сверху. Короче, по центру нужно ближе к центру держаться, тогда будет нормально все. Бесконечное время, вот что ждал, то, ёб твою мать, я чуть не просрал момент, когда он будет меня чпокать. Будет как старый. Где он? А почему не показали, откуда он выстреливает-то, алё? Я вижу. Давай, мразота. Да, просто нужно, видишь, поймать момент. Момент. Да блядь, да не надо, зачем ты прыгаешь в это говнище, блин. Гореть вам в аду, ну посмотрим. Посмотрим. Так. Угу. Хорош. Hit him down, Judy. Now, Harry. Now, Harry.
Познайте мою ярость! Твою мать, ну почему ты... Как меня раздражает то, что вот это вот говно, он рисует, не рисует. Ну ладно. Да не, ничего сложного в этом нету, просто это раздражает немного. Get him, Harry. Feel my wrath. Оп. Ну да, просто видишь, он, короче, типа из разных дырок. Откуда, где он? Ох, сука. Вот видишь, сейчас по-моему, не показал уже, где, откуда он будет. А подожди, а если я ему навстречу пойду, типа, нормально все будет? Но я же телепорт, не телепорт использую же. А, да, нормально будет. Все, око за око, крыло за крыло. Ты что, еще будешь жить, падла? Гавриильская. Опа, твою мать. Познайте мою ярость. Обрати его силу против него. Что это значит? Обрати его силу против него, это. Ай, твою мать, не понял. Подожди, что значит это? Конец тебе, демон. Используй сферы... А, я не могу к нему подходить, так. А я не могу его, короче, все. Мы, короче, ждем, просто тупо ждем. Сферы света, я не знаю, что это такое. Не понимаю. Как второй раз-то проходить это говно? Но в круг я не могу входить, правильно? Вообще никак. Не могу. Или могу, подожди. Не могу входить в круг. Так. Нет. Его сила против него, да? Блять, зацепил, пидор. Теперь, наверное, надо за Гарри бегать, а потом уже за это. Так. Нужно три раза вообще подождать, по идее. Каждый монстр здесь... Три... Да ёб твою! Бредятина. Use the light ones against him. Hit them right back his way. Use the light ones against him. Use the light ones against him. Hit them right back. Нихера не понимаю, что надо сделать. Use the light ones against him. Вообще реально ни черта не понимаю. Чтобы он наткнулся на свою эту, что ли, или чего? А как я использую эту силу его против него? Use the light ones against him. Hit them right back his way. Use the light ones against him. Откуда-то есть стрельба, откуда? Use the light ones against him. Use the light ones against him. Я могу отражать, типа, да, или нет, или чё? Хуин. Подожди, стой. Я могу отразить это говно, правильно? Подожди, стой. Use the light ones against him. Да.
Ага, теперь за демона надо. Да блядь, да ты и бредишь, что ли? Алло, говно. Подожди, синий я тоже могу отражать бабой? Да, могу. Все, я понял. Да блин! Вот ты меня бесишь как, а, говна кусок. Иди ты нахуй, слышь? У тебя... Бля, я еб... Бля, ну это пиздец, конечно. Такое раздражалово. Да блять, я же меня, ну бля. Да сука, ну как ты можешь-то это делать-то? Ты, блять, ну пиздец, конечно. Да почему? То есть, подожди, желтый я могу... Блять, я нихуя не понимаю, реально. Это какой-то... Самый непонятный уровень для меня пока что. Ой, ты, блядь, меня сейчас просто выбесишь. Ой, блядь. Да, понятно, короче. Блять. Короче, я понял, иди на. Да. Use the light ones against him. Use your hook. Harry, kick us out. Fight him down. Now, Harry. Чё за бред? Чё за бред? Блять, иди нахуй, игра. Просто иди нахер, блять. Сук говна. Я так не знаю, я не знаю, короче, ни черта. Я не хочу даже разбираться в этом говне. Сука, я ебу. Заебешь, блядь. Сука. Я уже мышку сломал, блядь. Use the light ones against him. Hit him down, Judy. Now, Harry. Да в смысле? Блин. Harry, kick us out.
Уровень пройден, отлично. Ничего не будет больше, все? Пропусти. Да, пропусти. Продолжить. На самом деле, Гавриил не хотел править землей. Он хотел править всем сущим. Всем сущим. Узнав об этом, я попытался остановить его, но был слишком слаб. Он победил меня, оторвал крылья и сбросил с небес. Он знал, что я этого так не оставлю, знал и рассчитывал на то, что я разберусь с всадниками за него. Он хотел поглотить их силу и с помощью ее осквернить ангелов. Гавриил наслаждался хаосом и планировал полномасштабную войну. Он не учел только того, что я вернусь на небеса. Вместе с моей новой демонической подругой. Вдвоем мы остановили Гавриила. Но мне кажется, что, возможно, нам помогла некая высшая сила. Но наверняка нам этого не узнать. А все, это конец. Класс. Хороший финал. Мне понравился. Хорошая игра, да. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шумага. Всем счастливо, всем пока. Ру-ру-ру.